вами Илья Заболотный, вы смотрите «События». Коротко о главном. Не бывает злых учителей, бывает мало цветов и конфет. Президент России поздравил преподавателей с Днем Учителя. Добрая половина российских учителей пишет замечания в дневник, а злая половина еще и вызывает родителей в школу. Учитель труда никогда бы не спалился, что он пьет на рабочем месте, если бы однажды не пришел в школу трезвый. На свадьбе школьного физрука невесте пришлось бросать букет до тех пор, пока не уложилось нормативы. По просьбе учеников школы номер 000 с чем-то, а также их родителей, Владимир Владимирович Путин собственно лично поздравил классного руководителя А-класса с Днем Учителя. Рад приветствовать всех тех, кто меня знает. Дорогие друзья, прежде всего, я хочу поздравить Евдокию Матрасовну Пупкину с Днем Учителя. Убирается. И от лица родителей и всех учащихся школы номер 000 с чем-то, и от себя лично, мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, сил и огромного терпения в вашем нелегком, но в то же время очень нужном деле, чтобы ваши ученики помнили и зарубили у себя на носу. Кто ходит в школу по утрам, тот поступает в вузы. Также каждый из учеников должен запомнить. Все, что вы скажете на экзамене, будет потом использовано против вас. Передаю привет всем преподавателям. Еще раз с Днем Учителя.